Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. И сегодня у меня опять сборная солянка, то есть один большой мастер-класс, который у меня был в прошлом году. Это джемпер прошлогодней коллекции Red Valentino. Он очень актуален и сейчас, поэтому я собрала все, что касается этого джемпера в одно видео. Это будет склейка из всех видео предыдущих, чтобы не искать по каналу как бы все вот эти. Единственное, что хочу сейчас, я имею в виду, единственное, что хочу сказать, что мастер-класс не менее полезен, чем вот предыдущий, который я тоже собрала, мужской кардиган, все части в одну. Вам эта идея очень понравилась, поэтому я продолжаю как бы это делать. Вот, что вас ждет в этом мастер-классе, вот такой вот анонс, это узор, вот эта клетка очень актуальна, очень модна сейчас, вы ее можете сделать по этому описанию, которое у меня здесь будет в этом видео, больше и меньше, то есть на ваш размер, как вы захотите, сейчас и у Шанель такие кардиганы такой клеткой, вот, поэтому она очень актуальна. Далее, расчеты снизу вверх, пройма, вточной рукав в этой модели, расчет оката рукава, расчет проймы, как это совместить правильно, рукав и пройму, все вы найдете в этом видео. Поэтому я же говорю, оно не менее актуально и не менее полезно. Вот, то есть не обязательно эта модель, вточной рукав и пройма, я думаю, нужно всем, и вот уметь рассчитать снизу вверх. Это все дело тоже, я думаю, очень нужное как бы знание для вязальщицы. Ну и все, и далее идут видео от начала до конца, начиная с узора и далее. Джемпер подробно, все в этом видео. Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. Всем вам понравился, очень многим понравился джемпер от Red Valentino, пуловер джемпер он, скорее всего, в цветную клетку, очень он оригинален, девчонки, и я вам сегодня покажу узор. Я думаю, что я попала в узор, вот, и расскажу, как детали кроя, как его связать. Ну, вкратце расскажу, подробно расскажу узор. Вот, к сожалению, я для образца взяла не очень контрастные нити. Почему-то в последнее время у меня нет черного, потому что я черным, хотя я люблю безумно этот цвет, я им не вяжу, потому что вам не видно. Поэтому уже несколько лет, как я его даже не покупаю, потому что вяжу в основном на камеру. Значит, раппорт у нас будет состоять вот 4 вот таких вот квадрата. Я вам сейчас буду рисовать немного. Значит, ширину квадрата вы определяете сами, и варьировать вы тоже их можете сами. Вот единственное, что я сделала, я просто этот кусочек потом использую на декоративную подушку, я сделала протяжки на вот этой стороне, и вот мне кажется, что здесь вот этот цветной квадратик, он выглядит красивее. Вот посмотрите вы, или они одинаково выглядят, как-то мне кажется, что здесь красивее и более похоже на оригинал. Ну, как убрать вот эти протяжки на вот эту вот сторону, я вам сейчас расскажу, хотя я этого делать не буду. Вы уж сами решите, свяжите обязательно образец. Что касается, значит, давайте я начну вязать и буду рассказывать. Значит, нам нужно два цвета всего лишь, более контрастные. Вот как в оригинале, там у нас бежевый. Давайте первый цвет темно-серый и второй цвет светло-серый. И узор. Значит, первые два ряда. Вы меряете ширину квадрата, длину по плотности вязания. Как делала я? Вот чтобы я определила свой квадрат на 15 петель. Вот они у меня 15 петель квадраты. И начала вязать. Вот начала два квадрата у меня одним цветом и средний квадрат двумя цветами. Так как у нас 15 петель не может соответствовать 15 рядам, я просто, девчонки, вязала и вот отгибала вот так вот этот угол, пока у меня не получился квадрат. И вот я поняла, сколько рядов у меня в высоту, чтобы получился квадрат. Конечно же, это можно посчитать по плотности вязания, но я упростила как бы. А вы смотрите, вы можете считать по плотности вязания, как бы можете считать так, как я.
Так, значит, жемчужный узор. Для начала темной нитью я вяжу 1 лицевая, 1 изнаночная. Это кто не знает, но я думаю, его все знают. Хотя я что-то снимала, девчонки, и просто вскользь на узоре прошлась. И мне там прям в комментариях написали, что за мастер-класс, вы покажите узор. А я думала, жемчужный узор знают все. Ну, в общем, так как-то мне стало интересно. Да, поэтому первый ряд жемчужного узора – это лицевые, резинка 1 на 1, 1 лицевая, 1 изнаночная. Так, теперь пока вяжу, расскажу немножечко свои соображения по поводу пряжи на этот джемпер. Я бы его связала, вот не знаю, вы напишите в комментариях свое мнение, если хотите подробно. Я постараюсь сейчас рассказать все, но он не сложный. Я вам скажу, вот на самом деле он несложный, его можно легко просчитать и связать. Единственная сложность, ну не то чтобы сложность, а такой важный момент, это подбор пряжи. Вот там я вижу такой мягкий кашемирчик, вот такой вот прям мягкий, нежный, которого у меня сейчас нет. Либо мне его заказать я хочу на Алиэкспресс, если вы захотите этот джемпер. Либо мы его вязать не будем, потому что я из другой пряжи, вот правда, я почему-то пока не вижу. Она должна быть и тонкой, и мягкой, и вот прям такой нежной. Вот в моем, если вы знаете вот такую вот пряжу, посоветуйте в комментариях хотя бы девчонкам. Потому что я вижу только Алиэкспресс кашемир, вот этот вот, как пух норки, и еще есть кашемирчик у них. Так, второй ряд. Там, где была изнаночная, вот узелок, мы вяжем лицевую. Там, где лицевая, мы вяжем изнаночную. И так далее. В каждом ряду, вот первый ряд вы резиночкой провязали, и далее вы просто смотрите, как лежат петли, потому что будут сокращения на пройму, рукав. Вот просто надо смотреть, если узелок, мы вяжем лицевую. То есть наоборот, если петелька, то изнаночную. Конечно, джемпер очень красивый, стоит с ним повозиться, вещь потом, конечно, стоит того. Я считаю, даже вот этот не очень дешевый кашемир тоже, у него там расход небольшой, он не будет толстым. Обязательно, девчонки, вот видите, я взяла потолще нить, а узор будет смотреться, если там клеточка будет петель 25 и тонкими ниточками, тогда он будет вообще такой шикарный, тонкими и контрастные, тонкие, мягкие. Контрастные нити нужны. Шерсть. Так, значит, давайте я буду вот так вот рисовать. Первый квадрат. Первая нить, два ряда. Теперь у меня идет темный квадрат. Темно-серый. Темно-серый, который вяжется без полосок. И я его вяжу. Так, здесь по узору 15 петель, кромочную не считай, 1, 2. Так, это уже петля пошла на второй квадрат, значит 15 петель. Если вы хотите протяжки здесь, у вас нити должны быть вот здесь вот оставаться. Но я этого не хочу, поэтому здесь, смотрите, нить я переплетаю вот таким вот образом. Смотрите, поднимаю, эту оставляю сюда, вот так вот эту, чтобы получились вот эти вот переплетения, да, и не было дырок. И вяжу 15 петель жемчужным узором центральный квадрат, ну, второй квадрат. Если раппорт, то второй квадрат. По два ряда, вот эти полосочки чередуются два ряда. Здесь много клубков будет, девчонки, не боимся, потому что... Да не боимся, потому что там украшено это все узлами, и вот эти узлы как раз от связывания вот этих вот клубков. Здесь то же самое я делаю, меняю нить, уже вот эти переплетения получаются, и вяжу серой нитью. У меня эти клубки остались от предыдущего вязания. Вы же, если у вас нет второй нити, просто привязываете, вот будете чередовать. В принципе, у нас на два квадрата
один моток, второй серый. То же самое, это уже пошел клубочек на следующий, как бы, раппорт. И в каждом раппорте у нас два клубка задействовано. Вот. Так как я там смотрю, у нас в оригинале, в этом, в джемперочке, по центру идет вот светлый квадрат, и от него уже расходятся дальше, в зависимости от размера, там вот так вот три квадрата, и еще по кусочку вот этого светлого вот здесь вот. И так, здесь вот смотрите, я оставляю сюда нити, вы, если хотите вот такую вот сторону, свяжите образец и посмотрите, ну, то есть определитесь, что вы как бы хотите. Вот второй клубок, конечно же, неудобно, куча клубков, но оно того стоит, я считаю. Так, 15 петель, теперь здесь с этой стороны я вот так вот переплетаю эти ниточки и вяжу центральные 15. 15 провязала, снова переплетение. Я же говорю, если будет на той стороне, то у вас на той стороне будет сзади переплетение. Ну, наоборот, то есть одно и то же. Вот и все, пока это 4 ряда, ну, в любом случае 4 ряда. Сколько в высоту вы определяете, либо расчетом по плотности вязания, либо вот так, как я вам показала. Теперь я начинаю с первого ряда. Один общий провяжу, и потом снова. То есть через 2 ряда меняется это все дело. Этот мы темной вяжем, а это мы вяжем полосатой. Вот сколько полос получится, столько и получится в высоту. Значит, здесь у нас 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. И один у нас тут будет общий потом. Ну, вот сколько их, это у каждого свое, в зависимости от количества петель и плотности. Итак, смотрим, я провязала. На что я ориентировалась? Вот определяем высоту в начале, в самом, и вот сколько у меня промежуточных полосок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот, проверяем. А их должно быть потом, соответственно, и здесь 7, и здесь 7, везде. То есть это мы определяем на начальном этапе. Вот, я посчитала, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот, и завершаем мы все цельной полосой из основного цвета. Вот она, темно-серый, потом светло-серый. То есть мы переходим цельными полосами между вот этими вот квадратами. Значит, я сейчас вяжу темно-серую, это значит, я отделяю. Здесь мне приходится подтягивать, да, где у нас свободная нить, обязательно подтягивайте, чтобы не было там дырок, чтобы все было красиво, максимально аккуратно. Так, теперь у нас вступает в работу вторая нить дополнительная, серая. Я ее привязываю. Так, и у нас идет два сплошных ряда теперь серой нитью. Всегда мы отделяем два темно-серых, два светло-серых. То есть здесь два светло-серых, два темно-серых. Это цельных, которые они делают вот эти вот четкие переходы между вот этими квадратами. То есть мы не сразу переходим на вот это вот частичное вязание.
вот такими 4 рядами, 2 и 2, как бы разделяем, устанавливаем границы, так скажем, между этими квадратами, и тем самым они получаются очень четкими и ровными. Итак, что у нас теперь? У нас здесь идет теперь, перемещается сюда цветной квадрат, а здесь однотонный. То есть здесь у нас, в принципе, то же самое, только меняется местами светлое, темное, а здесь светло-серое. Ну, а это уже начало второго раппорта. Значит, здесь я... У меня пошли два ряда темной нитью. То же самое, чередуем здесь светлую темную нить по два ряда. Я оставляю вот все нити здесь. Сейчас я вам покажу, как я перехожу. Но если вы хотите вот эти вот узлы, как бы декоративные, ну, висящие, то вы обрезаете и связываете, и оставляете их на лицевой стороне. Так. Куда ушла? Все. Здесь у меня нить, вот смотрите, есть предыдущего раппорта. Я ее переношу сюда и вяжу центральный, как бы второй серым. Если у вас нет, привязываем, оставляем узел, если вы ее отрезали в предыдущем ряду. То есть одна у меня осталась здесь, а это здесь. То есть получается у нас уже здесь две серые и одна, две светло-серые в раппорте и одна темно-серая, потому что вторая у нас уходит вот сюда во второй раппорт, и она у нас здесь, ну, она здесь в принципе-то и была. Я думаю, вот поэтому и пришла идея у дизайнера эти концы, которые у нас образовываются, обрезаются, использовать как декоративную отделку. Так, здесь центральный ряд серой нити. Здесь мы меняем каждые, как бы, каждую клеточку мы меняем. А, понятное дело, что если будет шире полотно, то клубков будет больше, и придется поиграться с этим всем, что не так все просто. Так, следующий у меня ряд цельный, светло-серый, и так далее. Я продолжаю все то же самое, то есть вывязываю теперь на вот этих вот частях полосы, а эту цельную вяжу. Так, и смотрите, что получается. Я провязала все точно так же, как и здесь. То есть вот этих промежуточных, теперь у меня промежуточные темно-серые 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То есть ориентируемся на дополнительный цвет, не на основной, потому что основным мы начинаем и заканчиваем. А основной цвет, чтобы правильно вычислить, это цвет однотонного квадрата. Вот здесь он основной темно-серый, а здесь он светло-серый. Вот. И, в принципе, закончила я
двумя рядами темно-серого, потому что здесь, ой, светло-серого, потому что здесь у нас основа светло-серой. И опять же перехожу на темно-серую основу, как я начинала видео. То есть вот, в принципе, вот это относится к следующему раппорту. Раппорт у нас вот эти вот 4 квадрата, которые, я надеюсь, вы поняли, что величина квадрата вы определяете сами. Так, теперь по поводу, девчонки, классная подушечка будет, да, тоже как идея для подушки, отличная. Теперь, девчоночки, по поводу самой выкройки изделия, что у нас есть? У нас есть классический вточной рукав, классическая пройма, никаких выточек по линии талии, ничего там нет. Я так предполагаю, есть скос, есть небольшой вырез на горловину. Это что касается спинки. Передняя деталь. То же самое, классическая пройма. Более глубокая для передней детали. Неправильно нарисовала, как обычно. Тот же скос плеча и круглая горловина, более глубокая. Все, и рукав классический. Все по классике, девчонки, все, все вот эти схемы по вычислению проймы, оката рукава, окат классический, вточной. Вот, и нигде никаких обвязок, кроме как по горловине, там чередуются у нас полосочки вот этих двух цветов. Все. Единственный нюанс — это швы наружу и вот эти вот связывая завязки нитей на лицевую сторону. Это вы тоже можете регулировать, нужны они вам, эти швы, или не нужны. Нужны вам эти висящие нити, или вы хотите вот такое чистое, красивое клетчатое полотно. Это уже на ваше усмотрение, на ваши пожелания, все как вы хотите. И, естественно, ваша реакция — мой подробный мастер-класс. Как хотите, все возможно. Увижу в первый день по реакции, если да, то заказываю сразу ниточки, я закажу лучше на Алиэкспресс. Я вам оставлю, наверное, ссылку, чтобы приблизительно вы понимали, о чем я говорю, о каких нитках вот я их вижу именно в этом изделии. Позитивно. Ну, а если будет позитивная реакция на этот ролик, если будет ваше желание, то понятное дело, что я быстренько заказываю. И быстренько вяжу, как только придет пряжа, я вам сделаю этот джемперочек, если нужно. А на сегодня это все. С вами была Вика, Школа рукоделия. Всем пока-пока. Здравствуйте, мои дорогие зрители. С вами Школа рукоделия, и я Вика. Сегодня у нас первое видео, начало вязания этого джемпера, который я разбирала от Red Valentino, который в крупную клетку, в квадратик такой красивый. Вот сегодня мы с вами поговорим о пряже, сегодня мы посчитаем начало, переднюю и спиночку деталь, и начнем вязать. Далее еще будет, я так предполагаю, еще два видео. Одно будет подробно с расчетами проймы, скоса плеча, и одно с расчетом рукава вточного, рукава с расчетами, с форумами. Вот, ну, в общем, в общем, три видео я планирую по этому джемперу. Так что вы можете начать вязать, и такой вот мини-совместничек мы с вами сообразим. Вот примерно одно видео в неделю, так вот, чтобы вы могли начать. Кто хочет от начала до конца, подождите, когда будут все три части, и вы сможете связать от начала до конца. Я же начала вязать сейчас. И вяжу вот так вот постепенно. Разделить решила потому, что проймы, расчеты оката рукава, они пригодятся потом в последующем как отдельное видео, как отдельный урок. Поэтому это все будет распределено на три видео. Вот. Значит, что касается пряжи. Я опять вяжу моей милой подписчице из ее пряжи, поэтому я на этой пряже останавливаться не буду. Одно лишь скажу, что у меня не совпадение плотностей, вот что она мне дала. Здесь 150 метров в 50 граммах, а здесь 200 метров в 50 граммах. Это не очень удобно, и не очень я попадаю как бы в изначальную плотность, которую я считала по вот этой вот пряже. У вас этого не будет. Вы купите
хорошую, ну, в смысле, одинаковую пряжу, и будете вязать из нее. Из, либо, тут, в принципе, это у меня и не будет привязки на плотность. Единственное, что хочу, в среднем выбирайте где-то около 200 метров в 100 граммах. Внимание. Вот. Что из бюджетной могу посоветовать, вот что подсобирала, что у меня есть. Значит, если хотите пушистик, здесь у меня половина на половину получилось. Если хотите пушистик из бюджетной пряжи Alize Angora Gold в два сложения, прекрасно получится и мягенько, и пушистенько. Можно ее скомбинировать один к одному с Alize Superlana Tick. Либо, вот, у меня сейчас нет этой пряжи, сейчас я в Чехии в данный момент нахожусь. Вот, смотрите, прекрасно получается, так как мы на мужском джемпере комбинировали, я вернее, и ту ниточку, прекрасно получается. Вот, и еще сюда бы я добавила Lana Gold 800. Вот из этой шкалы Alize Angora Real 40, Angora Gold, Superlana Tick и Lana Gold 800. Вот из этих четырех пряж в два сложения можно комбинировать, либо совсем пушистик в два сложения, или эту, или эту. Тут вся разница этих, вот представьте, что здесь лежит еще Lana Gold 800. Разница в составах. Lana Gold 800 и Real 40 это теплее пряжа, там больше шерсти, больше ангоры. Эти две пряжи менее теплые, там меньше шерсти, но они и дешевле. Поэтому вот определяйтесь по как бы своим предпочтениям. Если хотите дорогой джемпер, пожалуйста, купите свою пряжу, и вы с легкостью рассчитаете сейчас со мной на вашу плотность вязания. Ничего не случится, все получится у вас, так что не переживаем. По поводу количества. Начинаем, я так думаю, от 6 мотков, потому что 4 может хватить, то есть 2 и 2, если, допустим, брать разные, 4 может хватить на маленький размер, да, на S-очку, ну, на M-очку, может быть, ну, хватит на M, я думаю. Если вы чуть больше, берите лучше 6 мотков, чтобы пусть лучше останется, чем потом с ума не сходить и не дозаказывать, потому что они потом и отличаются, пряжа по окраске, потому что разные партии, и может отличаться, и может потом быть большая неприятность. Вот. Кто из Украины, пожалуйста, под видео ссылочка, вы можете заказать у нас эту пряжу, вот, именно вот эту бюджетную, вот. Кто из других стран, по названию турецкую пряжу вы с легкостью найдете. Она есть в интернет-продажах, в магазинах, она довольно популярная. Вот. Так, спицы у меня 3,25. Связала я образец. Сейчас покажу образец. И одну деталь рассчитала. Вот если брать нам, и уже я ее, кстати, вот видите, уже вяжу. Сейчас я с вами пройдусь. Вот он образец, кстати, что не сказала, что хотела сказать, да не сказала. Вот образец этого узора. Есть отдельное видео с разбором этого узора. Вы его обязательно, прежде чем начать, вы его посмотрите, потому что я ссылку под видео тоже оставлю. И в конце видео там будет выскакивающее окошко на этот узор. Ну, когда заканчивается видео, вот в конце рекомендации выскакивает. Вот там я тоже оставлю это видео обязательно. Прежде чем начать, посмотрите этот узор, кто не смотрел. Потому что я на узоре останавливаться не буду подробно. Хоть и ругают меня за это, но я считаю, что узор нужно пробовать вязать до того, как вы начинаете вязать вещь. Потому что не все узоры людям под силу, не все иногда понятно. Поэтому вот моя рекомендация такая. Многие там возмущаются, вот надо с узором, прям нет. Надо узор отдельно, я считаю. Ну да ладно. В общем, видео с узором будет, вернее, ссылка на него будет. И вот я связала образец. Все я вяжу в два сложения. Как бы, то есть 200 метров у меня тут в 50 граммах. Но если перемотать, то это в два сложения, то это 200 метров в 100 граммах. Вот. И измерила я этот образец. У меня 20 петель, это 9,5 сантиметров. Я сейчас прохожусь с вами по расчетам. Вот вы вяжете образец, измеряете его. У меня это 20 петель. Неважно, сколько вы для образца наберете петель. У меня это 20 петель, 9,5 сантиметров.
Вот. И мне нужно набрать неизвестное количество петель. В ширину деталь у меня 50 сантиметров. Вот. Расчеты, как я считаю, 20 умножаю на 50, это у нас 1000 получается. И эту 1000, вот эти два числа, я умножаю и делю потом на это число. Делю на 9,5, и получается у меня 105 петель. Вот. И по образцу, это чтобы рассчитать точно по образцу, девчонки, там 3 квадрата, да? Чтобы оно также село красиво, нам нужно сделать 3 квадрата и по бокам вот маленькие как бы дополнения. Что у меня получилось? Смотрите, зачеркивала на мои 105 петель. Я сначала посчитала по 25, потом решила, что это много на боковушке, да, и я пересчитала на 27, 3 раза по 27, да, это 81, вот здесь вот 81, и 12 и 12 это плюс 24 равно 105 петель. То есть вы высчитываете вот примерно, я примерно считала, девчонки, вот так вот пораскинула и визуально решила, что 27 это как раз нормально. Ну, 25 мне показалось мало, потому что на боковушке потом бы получилось по 15 петель, и это мне, ну, показалось, что много. Ну вот, вот тут вот формулы никакой, просто визуально, да. Если очень большой размер, то можно 5. Но главное, чтобы вот эти вот центральные, я так думаю, части, у вас была одна по центру, а остальное уходило в стороны. То есть разница будет вот в этих вот числах. Да, то есть нам важно вот здесь вот 3 расположить по центру, 3 штучки. И вот на свои 105 петель вот так вот я решила, что будет по 25, а здесь вот можно разделить на 4 и четвертую разделить на боковушки. Вот таким вот образом я распределила. И что мне нужно? Значит, первым делом я 5 клубков. Вот 5 секторов, у меня 5 клубков, девчонки. И начинаю я набирать, вот первый у меня белый. Начинаю, вот смотрите, обратите внимание, что этот первый у нас будет израсходован больше всего. Поэтому я на него беру большой клубок и набираю 12 петель. 12 петель это включает и кромочные, так что набираем 2, 3, много, большую нить оставила. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Далее, что я делаю? Я беру черную нить. Так. Ложу ее сюда. Ой, господи, не так. Не так, не так. Вот так вот. И привязываю ее вот этой. Белой ниточкой. Ну, мне ж надо больше. Таким вот образом. То есть я ее зафиксировала белой нитью. И теперь набираю 27 петель. А зафиксировать надо двумя узлами. Вот смотрите, что делается. Так. Фиксируем двумя узлами. Раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать, четырнадцать, короткая нитка, 15, 16, 17. Ай, не хватит. Так, по новой. Я теперь эту возьму как вспомогательную, а за основную возьму от клубка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15. 18, 19,
21 22 23 24 26 27. Теперь снова беру белую и точно так же оставляю на набор, на наборный край, а черной ниточкой привязываю. Видите, у меня одна махер пушистика, одна такая. Так, снова 27. Раз, два, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 16 17 18 19 20 21 22 23. Так, мне нужно вытащить одну спицу. Ой, так, нужно пересчитать. 10 21 22 23 24 25 26 27. Есть снова черную. Есть у меня вот миска, я сюда все буду складывать, складываю все клубки сюда. Вот, отмеряю черную для набора и тоже привязываю ее сюда. Ниточки там в оригинале, ниточки у нас там висят все красиво, декоративно. Я пока еще не знаю, сколько я буду, как бы, вернее, не знаю, что я буду делать. Будут они у меня висеть и будут ли у меня швы, как бы, наружу, либо они будут вовнутрь. Это я еще в процессе решу для себя. Так, 27 следующих. 27 и последний клубочек, 12 петель белых я привязываю, и все, с набором мы закончили. Вот там у нас ни резинки, ничего внизу нету, поэтому у нас такой по цвету набор. Поэтому вот так вот у нас сегодня. Так, и последние 12 петель. Все, я набрала свои 105 петель. Вот так вот это выглядит. Далее я вяжу отдельно от каждого клубка, соответственно, об этом, как перекрещивать нити, я в узоре говорю в том видео, где у меня узор. Про узор сам тоже говорю, но сейчас кратко. Это жемчужный узор основной, это одна лицевая, одна изнаночная, первый ряд, ну и второй сейчас покажу вам. Вот что еще, высота квадрата определяем тоже, ну, как бы, я все об этом четко говорю в этом видео. По здесь мы продолжаем узор. Если здесь была лицевая, то далее мы вяжем по узору изнаночную. Одна лицевая, одна изнаночная. То есть все, что касается узора, в этом отдельном видео.
Вот, вы разбираетесь с узором, вы подбираете пряжу, вы начинаете, считаете на себя, и до проймы мы вяжем ровную деталь сейчас вот по этими квадратиками. Что хотела еще вам сказать, что квадратики у нас могут быть абсолютно разной величины. Я просто следую, пытаюсь как бы максимально следовать оригиналу. Вот вы можете их сделать не 3 вот основных, а 5 основных, они будут мельче. Они будут мельче. Это уже зависит от ваших как бы вкусов и предпочтений, девчонки. Нет никаких ограничений. Я просто пытаюсь, лично я пытаюсь сделать вещь максимально похожую на оригинал. Не полная копия, опять же, кто будет искать расхождение, не ищите, пожалуйста, полную копию. Я не пытаюсь, я максимально приближаю. Вот. Далее, что еще хотела сказать, что вам важно сейчас? Да все уже сказала. Вещи, на самом деле, девчонки, кажется такой устрашающей, сложной. На самом деле этот узор не сложный. Вы просто меняете, два ряда меняете ниточки, один ряд вяжете цельной ниточкой. И оно все очень просто, легко идет. Единственное неудобство — это много клубков. Вот все, что в этом свитере сложного, так это много клубков. Пройму, я считаю, и окат рукава рассчитать, я думаю, это нужно даже тем, кто не умеет, даже полезно будет рассчитать эту пройму. Вот, поэтому сложности в этом я тоже не вижу, как бы в этих расчетах. Вот что еще хотела в этом видео вам донести, какую информацию. А еще вот в начале видео я сказала, девчонки, что мы сначала довяжем пройму. Нет, мы будем действовать по моему плану, вот так как я вижу. Для меня это самый удобный, комфортный процесс, ну как бы последовательность. То есть я до проймы всегда вяжу вещь. Вот далее я начинаю вязать рукав. Почему, я вам объясню. Потому что я по этой вот части связанной вещи уже могу определить, сколько мне петель набрать. То есть я уже по полотну определяю, не по образцу я считаю, а считаю по полотну, высоту рукава. Да, я уже четко могу просчитать количество рядов. Так, а здесь вот второй ряд, девчонки, там где изнаночная, вот узелок, мы вяжем лицевую, где лицевая, изнаночную, то есть меняем местами. Вот, то есть по детали спинки или переда мы можем четко определить рукав. Вот, а здесь у нас клеточки, мы вообще можем четко эти клеточки рассчитать. Не по образцу, по образцу оно все равно получается расхождение, девчонки, не получается четко следовать как бы той плотности. Все равно образец маленький, образцы желательно вязать побольше, потому что на маленьком образце нет точного расчета. Вот. Так что вот так вот. Вот вы свяжите образец с узором, постирайте его, посчитайте, научитесь узор. И сейчас вы смело можете, кто хочет это вязать, будет это вязать, то смело можете вязать до проймы вот две детали, переднюю и спиночку. Вяжем и наслаждаемся. Все, я думаю, что все. Далее мы просто вяжем вверх, меняем эти клетки. Вот они у меня, меняются клеточки. Вы делаете все то же самое. Как определить высоту клетки, я говорила. Опять же, это все в том видео. Обязательно посмотрите, попробуйте узор на образце. Вот. И вяжем вверх до нужной нам высоты. Вот до проймы. Вы по себе меряете до проймы. Можно, девчонки, кстати, кто не хочет швы наружу, я же говорю, я вяжу, я максимально как бы хочу приблизиться к оригиналу. Вы же, девчонки, кто не хочет вязать с этими швами наружу, вы можете набрать спинку и переднюю деталь круговую и здесь вот сделать тоже клетку в конце. То есть рассчитать это все количество в 2 раза больше, набрать петель в круговую и рассчитать это на 4, 4, да, 4
плюс 4, 8 квадратов, и они у вас будут одинаковые, нигде не будет никаких, то есть очень будет все красиво, вот, все в клетку, в одинаковую, вот, и я считаю, будет очень хорошо, да, в круговую связать. Это в том случае, если вы не хотите вот этот вот декоративный шов наружу, как по оригинале, а если просто хотите обычный шов, то он вам в принципе-то вообще и не нужен. Просто наберите в круговую и вяжите сейчас до проймы. Далее будем вязать дальше. Все, девчонки, я думаю, уже наговорила вам нужной информации. На сегодня все. С вами была Вика из Школы рукоделия. Всем пока-пока. Здравствуйте, мои дорогие зрители. С вами Школа рукоделия и я, Вика. Сегодня у нас вторая часть видео джемпера от Red Valentino. Сегодня мы вяжем рукав, девчонки, расчеты, формулы по вязанию рукава. Больше ничего как бы в этом видео не будет. Это вторая промежуточная часть этого джемпера. Недостающую часть, первую часть увидите, я вам оставлю ссылочку под видео в описании, либо в конце видео в всплывающем окошке, ну, видео, вот эти рекомендованные. Кто не вяжет джемпер, кому нужен окатор, расчет оката рукава, пожалуйста, это видео для вас. Так что вот так вот. Итак, что у меня есть? У меня есть передняя деталь. Да, вот до проймы довязанная. И я уже один рукав связала, просто проверила. И фотография, которую мне нужно повторить. В общем, смотрим из фотографии. Там, девчонки, на ней 5 квадратов в оригинале, но они у нее меньше, чем у меня. Я измерила свой рукав, то есть длину своего рукава у меня где-то 60 сантиметров. И теперь я измеряю вот эти вот квадратики на основной детали. Так я меряю всегда. Я всегда первым делом вяжу спинку, а потом по спинке отмеряю, как бы здесь же нам нужно сопоставить еще и квадраты. Поэтому, девчонки, кто вяжет именно этот джемпер, считаем вот таким вот макаром. У меня здесь 31 сантиметр. Это значит, что мне нужно 4 квадрата. Да? То есть, чтобы было 60 сантиметров, плюс там в конце окат у меня... не, ну, я не буду об этом говорить. То есть, в моем случае это 31... это 4 квадрата, чтобы получилась длина рукава моего нужного. 60 сантиметров это я уже взяла с таким вот запасом хорошим. Ну, то есть, чтобы был такой рукавчик, как в оригинале. То есть, что это значит? Еще раз, на 60 сантиметров у меня нужно 4, мне нужно 4 квадрата связать. То есть, я начинаю вот точно так же. Если у вас короче, вы смотрите, что здесь у вас вверху будет квадрат законченный, забираем отсюда, либо добавляем вниз, то есть снизу корректируем, потому что здесь, вот смотрите, пройма должна начаться на том же уровне, что и на основной детали, то есть здесь я вот закончила в половине квадрата, ну там у меня не половина, это не довязано, там у меня 9 вот этих вот рядов. Ну, в общем, там, где начинается пройма, там начинается окат рукава. То есть корректируем мы снизу, внизу, добавляем или убираем, как бы, эту квадрат, я имею в виду. У меня вот прекрасно получилось на 4 квадрата. Теперь, как я считаю ширину рукава. Ширину рукава, я вот эту уже, у меня уже, кстати, разутюженная деталь. И я считаю ширину рукава. Вот у меня как раз, смотрите, одна клетка по центру, все как в оригинале. Далее пол клетки, и это будет 15 сантиметров, половина клетки. То есть всего две клетки, пол, половина здесь, половина здесь. И теперь смотрю вверху, сколько я, то есть что это значит, что здесь у меня, вот я нарисовала, одна вторая раппорта, и здесь целый раппорт. То есть здесь у меня 27 петель, здесь у меня, если 27 у меня раппорт, делим пополам, это 13,5, я округляю до 14 петель. То есть всего у меня здесь 55 петель, правильно? Я набираю. Теперь я считаю
сколько мне нужно добавить. Значит, ширина рукава вверху 20 сантиметров. Вот мне нормально, вы меряете по себе. Значит, для меня 20 сантиметров это нормально. Раз, два, три. До конца раппорта не хватает 3 петли. Вот видите? Здесь. Раз, два, три. Это значит, что раппорт у меня, что здесь, как бы, в финальной точке рукава. Раппорт у нас 20, здесь у нас остается 27. Здесь 27 минус 3 петли, которые там отнимаются. Здесь 24 петли. 24 петли. Это финальная точка моего рукава. Значит, первый раппорт, как бы первый квадрат, я вяжу ровно. Здесь я не делаю добавления. Здесь, на этом участке, мне нужно сделать равномерные добавления. Я считаю, вот, кстати, вот, давайте я вам покажу этот рукав. У меня уже связан, я просто рассказываю, показывать буду окат. Сейчас мы его посчитаем. Вот, значит, вот я набрала свои 55 петель, провязала один квадрат. Нужно уже убрать, вам не видно. Провязала один квадрат ровно, и далее я добавляла петли. Мне нужно добавить 14, 24, 10 петель с каждой стороны, то есть всего 10 добавлений, 10 раз. Теперь мы считаем высоту квадрата. Раз, два, три, 48 рядов. Так, квадрат у меня в высоту 48 рядов. Ну да. А здесь у меня не довязано. Сейчас скажу. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь, четыре. 36. То есть здесь я нахожусь на 36, вот она точка, не довязан квадрат, а здесь у меня квадрат 48. 48 плюс 36, это у нас будет 84 ряда. Что это я считаю? Это я считаю количество рядов, которое у нас будет использовано для добавлений. Вот они, от этой точки, с этой точки. По вот эту точку, это 48 один квадрат, и 36, и 36 второй квадрат. Это у меня 84 ряда. Вот, если считать, и мне их нужно разделить на 10 добавлений, то есть это в каждом восьмом ряду. Вот, если на 10 разделить, 84, остальные ряды или здесь, в общем, или здесь 4 ряда провяжете до первого добавления, либо после последнего. После последнего добавления эти 4 ряда, они как бы большой роли не играют. То есть понятно, да, что добавления у нас идут в каждом восьмом ряду. Я добавляю в начале и в конце. То есть вот мой участок с добавлениями. Теперь я приблизилась сюда, и у меня здесь 75 петель получилось. 48, 75 петель у меня получился на выхлопе, получилось 75. Значит, 75 петель у нас рукав. Теперь нам нужно рассчитать окат рукава. Сейчас я его рисую. Это у меня сгиб, да, это у меня там идет дальше рукав и окат. Действуем по классической схеме. Делим окат рукава на три части. Вы можете этого не рисовать, можете себе нарисовать. Значит, что мы делаем? Это у нас рукав из 75 петель, делим на 2. Так, и у нас получается 37 петель здесь всего, вернее, ну да, 37 и одна по центру. Вот одна петля, она у нас здесь центральная будет, да, которая осталась. Далее у нас 37 петель. Что мы с ними делаем? Мы их делим на три части. То есть вот эти вот три разные части. Это получается 1, 2, 12, 2, 6 и 1 в остатке.
Что это значит? Здесь у нас 12 петель, здесь 12, здесь 12. Одну петлю мы добавляем либо сюда, либо сюда. То есть то, что у нас в остатке, либо мы на две части распределяем равномерно, либо в одну часть добавляем. Я добавлю сюда плюс 1. То есть здесь у меня 13 петель. Что далее делаем? Определили, то есть на три части разделили. Значит, вот эту вот часть, первую часть, мы делим на, опять же, делим на две части. Девчонки, здесь не пугайтесь, тут как, в принципе-то небольшие, ну, несложные расчеты. 12 делим на 2, 12 делим на 2, равно 6. Это две части по 6 петель, 6 и 6. Значит, первую часть мы делим на 3, равно 2. Значит, это у нас 3 и 3 сокращения. Вторую часть мы делим на 2, это будет 3. Значит, у нас здесь 3 сокращения по 2. Раз, два, три. Сейчас все буду вам показывать. Далее, вторая часть по единичке 12 раз. То есть здесь мы ничего не считаем, то берем вот это число и по одной петле мы сокращаем. И третью часть мы делим на 3, ой, 12, ну, одна там, она уйдет в центральную часть. Разделить на 3 равно 4, то есть здесь у нас 4 сокращения по 3 петли. Все, весь расчет. Что в остатке? Здесь уводим как бы в центральную. Здесь у меня получается, что здесь в остатке, ой, одна вот эта дополнительная, она же будет и с другой стороны. То есть здесь по центру у меня получится тоже троечка. Вот. То есть я думаю, понятно. Теперь на практике. Значит, я довязала вот до этой точки, до проймы. И теперь... Что у меня здесь? Два раза по 3 петли. Это значит, что я в начале каждого ряда буду делать эти сокращения. Сокращения, здесь нарисована только одна половина рукава, вторая точно такая же. Мысленно можете рисовать как бы весь рукав целиком. Можете не рисовать вообще. Ну, оно как бы, когда нарисовано, оно выглядит более наглядно. Значит, 3 петли я закрываю. 1. 2, 3. И вяжу по узору до конца ряда. Так, провязала я ряд до конца. В изнаночном ряду вначале делаем то же самое. То есть закрытие петель у нас в каждом ряду с обеих сторон. Раз, два, три. И вяжу ряд до конца. Далее у нас будет снова 3, потом 2, 2, 2. То есть в каждом ряду у нас теперь будут сокращения. У нас нет холостых рядов. В каждом ряду мы делаем эти сокращения. Так, девчули, что хочу вам показать. Не буду прямо на глазах ваших вязать, потому что я думаю, кто уже собрался этот джемпер вязать, то уже это точно не новички. Значит, вот они, 3, 3. И тем более черные нитки здесь не видно. Значит, вот 2, 2, 2 петли. И дальше у меня пошло по одной петле. И всего их будет по 12. Вот они, смотрите, с другой стороны, с обеих сторон это все 3, 3, 1, 2, 3, по 2 и далее по одной петле. И потом уже верхушечка. Итак, вот смотрим, как это выглядит. Уже я нахожусь вот в этой вот точке. То есть я все 12 сделала, вот этот вот сектор сделала, 12 сокращений. Видите, и осталась сама шляпка, которую я закрываю, у меня здесь должно быть с каждой стороны по 4 раза по 3 петли. А нет, у меня здесь белая ниточка.
два, три. И так в начале каждого ряда. Так, ну и вот, девчонки, смотрите, что у меня получается. В конце 9 петель я закрыла. То есть последний раз я не делала как бы 3, и потом это закрытие. Ну, как бы последнее, последний сектор по 3 я не делала, я просто 9 петель закрыла. И получается вот такой вот прекрасный окад. Вот если смотреть про разутюженном виде, он видите, вот так вот. А здесь, кстати, у меня 3. Вот видите, что я так. Вот так вот он выглядит в разутюженном виде. Все ровненько, очень аккуратненько. Вот в этом видео мы с вами прощаемся. В следующем у нас будет расчет проймы, и мы будем, вот я же говорю, это мой способ, я сначала всегда вяжу окат рукава, и потом под окат подгоняю как бы пройму, вот, поэтому следующее видео у нас будет с проймой, сейчас у нас окат рукава, вы вяжете, готовитесь, кто вяжет, кто ждет, ждет следующие детали, вот, у меня вот такие вот рукавчики. Я с вами на сегодня прощаюсь. С вами была Вика из Школы рукоделия. Всем пока-пока. Здравствуйте, мои дорогие зрители. С вами Школа рукоделия и я Вика. Сегодня у нас третья часть продолжения джемпера от Red Valentino. Все предыдущие части оставлю вам ссылочку под видео в описании. Первую, вторую. И еще есть одна часть с разбором вот этого узора. Мы уже связали до проймы переднюю деталь и спинку. И мы уже связали рукав, окат рукава. Это все у вас уже должно быть связано. Кто вяжет со мной. Значит, сейчас мы сделаем расчет. Девчонки, чуть-чуть у меня напряг с пряжей, мне придется докупить. Поэтому я в этом видео, вот сколько у меня хватит пряжи, я вам расскажу, посчитаем мы переднюю деталь, горловинку сделаем, на этом мне хватит пряжи. И посчитаем спиночку. Вот. Чтобы вы могли закончить без меня, потому что мне придется, я так понимаю, ну совсем по чуть-чуть, по 50 грамм пряжи у меня не хватает приблизительно, вот представляете, а мне проблемно здесь ее как бы и найти, поэтому пока я найду, я вот это вот, а то у меня же девчонки подгоняют, вот, значит, что мы, я вот рисую пройму передние детали, сейчас мы все вот будем рассчитывать. Здесь как бы мы основываться будем на вот этот клетчатый узор. Так, я измеряю сейчас свою ширину плеч. Вот. Ширина плеч у меня 41 сантиметр. Вот. И я ее размещаю вот так вот по центру вот этого узора. И получается, что вот эти вот петли, вот я даже не считаю по плотности ничего, я просто разместила по центру, вот максимально упрощу для вас эти все расчеты. Вот получается, что по боку мне нужно убрать 2, 4, 5, 6, 7, 14, 15 петель. 15 петель. Это не классический расчет проймы, это мой наработанный, которым я пользуюсь, девчонки, упрощенный, поэтому сейчас все мои, которые недовольные, пожалуйста, и все, которые правильные, вяжите по своим расчетам. Значит, как я разделяю эти 15 петель? Я делаю вот таким вот образом всегда, всегда, в передние детали, в спинке чуть-чуть по-другому, то есть я беру за основу, значит, 4, 3, 2. Это у меня сколько? 9 петель. И далее я пошел, остаток разделяю на единички. Заканчивая единички. Все, я больше никаких супер-пупер. Спиночка чуть по-другому, я вам это скажу. Это самый-самый простой расчет, самая простая формула. Я же говорю, годами ею пользуюсь. Я не делаю слишком сложных там умудренных расчетов на пройму. Вот так я всегда. Вот, значит, у меня 4, 3, 2, это 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. То есть 6 раз по 1. 4, 3, 2, 1, 1, 1 и 6 раз по 1. Вот, вот мои расчеты, как бы, никак, в принципе-то,
никаких расчетов. Вот оно. Если, допустим, ну, в принципе, там и туго вяжем. Если у вас здесь оно максимально подойдет. Поэтому беру свою вот эту формулу, беру свое вязанице. Таким вот образом вяжу. Единственное, что я не сделала плавного перехода в рукавах. Это для тех, кто будет швом наружу вязать. 2, 3, 4. Закрыла я 4 петли и вяжу ряд до конца. Тут особенно, здесь же мы помним, девчонки, подождите, да. Здесь мы помним, что мы находимся одинаково. У нас должно быть одинаково. Вот, то есть здесь вот этот квадрат, начало квадрата и начало закрытия петель. Вот не забудьте это. Ну, это все было в предыдущем видео, девчонки. Это касается именно этого джемпера. И это касается именно этих клеток. Да? Я же сейчас вяжу вверх. И делаю вот эти вот закрытия в начале каждого ряда. То есть параллельно я вяжу, ну, точно так же, как рукав. Криво. 4, 3, 2, 1, 1, 1, 4, 3, 2, 1, 1, 1 и так далее. То есть до делаем, выполняю с обеих сторон эту пройму. Ох, я нарисовала. Ох, и художник Вика. Смотрю, девчонки, своих видео так красиво рисуют. А Вика вечно как курица. Так, ну и в изнаночном то же самое. Точно так же проходимся по всем сокращениям. В следующий раз это будет 3, потом 2, а потом по 1. 3, 4 и вяжу ряд до конца. Значит, что у меня здесь? Смотрите, вот я сделала все вот эти вот сокращения, как я 4 3 2, 1 2 3 4 5 и 6, и еще провязала 1 2 3 4 5 10 рядов без сокращений. Вот это так выглядит сейчас. Сейчас я вам сейчас мы будем определять. Вот теперь вы берете свой рукав. Сейчас мы просто по новой нарисуем. Значит, четыре, три, два, раз, два. 4 5 6 4 3 2 1 2 3 4 5 6. Так, плюс 10 рядов я провязала ровно и предполагаю, что сейчас будет горловина. Но для начала, девчонки, вот смотрите, я складываю пополам рукав, вот где-то 2 сантиметра от сгиба. Это у нас пойдет на, я складываю пополам рукав, и вот мне нужно переконтролировать мою пройму. И я ее прикладываю к рукаву. Вот совпадает у меня начало, конец. И здесь вот, видите, сколько у меня осталось. Я сейчас измерю. 10 сантиметров. А глубина горловины у нас так и будет где-то 10 сантиметров, но у меня еще будет скос плеча, поэтому я еще вяжу 3 сантиметра высоту, а потом начну делать горловину. Правильно? 3 сантиметра, потом горловина плюс скос плеча. В принципе, правильно. Значит, я еще провяжу 3 сантиметра. Вот. По узору. И начну делать скос плеча. Ой, вернее, вырез горловины.
Так, девчонки, я провязала 3 сантиметра. Смотрим, смотрим. Всего у меня сколько здесь рядов? Сейчас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Значит, 20 рядов. Всего, значит, у меня здесь 20 рядов. И давайте вот этот участок обозначим 20 рядов. И сейчас я буду делать горловину. Горловину, девчонки. Так, еще вам хочу показать как бы подробнее, на что я основывалась. Вот смотрите, если вот так вот приложить к рукаву, вот видите, здесь у меня все прекрасно, красиво совпадает. Вот, и получается вот этот вот кусочек, который остается, его мы измеряем, вот это и будет наша глубина горловины, этот кусочек. Вот ориентировочно, девчонки, сколько мне еще здесь осталось. Так, и вот этот, смотрите, кусочек, который остался, смотрите, я считаю, у меня 7,5 сантиметров, и плюс еще 2,5-3 сантиметра скос плеча, то есть в целом у меня глубина горловины будет около 10 сантиметров, что я и хочу, то есть по вот этой вот части плюс скос плеча мы ориентируемся, определяем глубину горловины. Теперь я определяю ширину горловины. Смотрите, тоже визуально. Вот один квадрат у меня 16 сантиметров. Я где-то продлю ее на 18 сантиметров. Вот смотрите, у меня средний квадрат и 3 петли отсюда, 3 петли отсюда. Из этого квадрата это и будет моя горловина. Сейчас считаю, 27 плюс 6, 33 петли. Моя горловина. Проверяю сейчас. Раз, два, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 1, да, 33 петли. Значит, что я для этого делаю? Значит, у меня будет вот середина и вот так вот, то есть 3 закругления, то есть у меня будет круглая горловина. Всего у меня 33 петли здесь, то есть по центру. Господи, опять художество своим. По центру я закрою 11 петель, чтобы выровнять, как бы, и останется, что у меня здесь надо будет закрыть 11 и здесь 11. Давайте для начала вот схему горловины, как бы петли, количество закрытия, я рекомендую вот так вот сделать, как и у меня. Так, я вяжу до центра и закрою центральные 11 петель. Кстати, можно немножечко уменьшить, не 33, не 18 сантиметров, как я отмерила, а чуть меньше, потому что я не люблю под горло сильную горловину, поэтому я делаю такой вот, ну, свободный вырез. Так, значит, 3 петли, вот. Вот эти петли у меня на плечо, что вполне себе как раз визуально я вижу, как раз плечо, больше и не надо, меньше не надо. Так, 11 петель вяжу. 1, 2, 3, 4. Ага, здесь у меня 3. Так, белая нить. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11. Теперь 11 центральных закрываю. Раз, два, три, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11. Так, сейчас я еще проверю. Здесь у меня, значит, отсюда 3. Раз, два, 4, 5, 11. Все правильно. Теперь я вяжу правую полочку отдельно. Здесь продолжаю узор. И знаете, что я вам рекомендую?
повторить вот эту вот часть. То есть здесь мне нужно 11 петель сократить, это будет 4, 3, 2, 9, 10, 11 и два раза по одной. То есть сделать круглый вырез таким вот образом, то есть не заморачиваться, да? Закруглим его вот так вот. То есть со стороны горловины я сейчас буду делать вот такие вот сокращения, но уже со следующего лицевого ряда. По тому же принципу 4, 3, 2 и 1, 3 раза. Продолжаю вот таким вот. Давайте я еще пробежу, покажу, где эти сокращения. Так, вот теперь мне нужно отрезать вот эту нить, потому что ее нужно приделать сюда. Начало ряда, потому что здесь у меня должна быть черная сейчас. И начиная с начала ряда, я закрываю сначала 4 петли. Раз, два, три, четыре. И так, таким образом вяжу, при этом делаю вот эти вот сокращения. Так, вот смотрите, половинку я сделала эту. Осталось у меня 21 петля. Здесь теперь еще контролируем. В процессе все обязательно контролируем с рукавом, сверяем. Пробую. То есть сейчас я вот так вот. Так. То есть вот где-то 3 сантиметра мне нужно еще высоту довязать ровно до скоса плеча. Больше не надо, здесь где-то 4, но сантиметр мы на посадку вот так вот оставим, на припосадочку. Так что 3 сантиметра я еще провяжу. Это при моей плотности где-то 10 рядов. Ну, ориентировочно 3 сантиметра. То есть от сокращений 3 сантиметра еще вяжу. Но в любом случае контролируйте по своему рукаву. Вот я провязала 10 рядов, видите? Теперь смотрите, здесь контролируем, чтобы все у нас совпало. Видите, чуть-чуть осталось, это нормально. И сейчас я начинаю делать скосы. У меня 21 петля. Скосы я буду делать по 4 петли. То есть закрываю со стороны рукава 4 петли. 2, 3, 4. И так каждый раз. Стороны рукава я закрываю по 4 петли, пока все петли у меня не закроются. У вас может быть другое количество петель. Вот, то есть если, допустим, у меня это будет 4 раза, я закрою потом оставшиеся петли, то у вас может быть 5 раз. Поэтому не пугайтесь. Можете по 5 раз закрыть, по 5 петель закрывать. Меньше скос будет, не такой, как бы крутой, помягче. В общем, смотрите, все очень индивидуально. Но мне кажется, как раз по 4 петли самое оно. 3. По 4 петли у меня 1, 2, 3, 4 и последние, как бы, вот 5. Да, вот такой вот скос рукава, плечика у меня получился. Вот, и вот он, она моя пойма. Теперь что я буду делать? Теперь нам нужно, мне вернее, посчитать. Я вот так вот прям нарисую на отдельном листе. Давайте на отдельном. Значит, пройму спинки. Она у нас будет чуть другая. Значит, те же 15 петель, которые я сокращала. 15 же. Да, 15. В пройме передней детали. Но там, смотрите, там у меня было
4, 3, 2, 1, 1, 1. Теперь же мы вот эти 4, мы их переносим вверх. Что мы с ними будем делать? Значит, теперь у меня здесь 3, 2, 6 раз по 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все как было, кроме вот этой четверки. И четверку мы определяем вот так. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 1. Разделили эту четверку через 3 ряда в каждом четвертом. Вот, понятно, да? И здесь у нас 3 ряда. После последней единички провязываем 3 ряда, потом делаем сокращение. Провязываем 3 ряда, делаем сокращение. То есть у нас здесь скос будет более такой плавный. Я вам потом в сравнении покажу. То есть сейчас я вяжу вот эти... Вот эти вот сокращения. Делаю 3, 2, 6 раз по 1 и 4 раза в каждом четвертом ряду. Так, провязала я спиночку, смотрите, и провязала вверх. Я сейчас вам покажу свои сокращения. Господи. И покажу разницу, чтобы вы понимали. Вот я уже сравняла как бы плечико. Между передней деталью и спинкой. Смотрите, видите, вот здесь вот есть на спинке, там оно сравнялось все. Вот, видите. А здесь вот на спиночке такие крылышки есть, больше как бы, шире. Что так и должно быть. То же самое с этой стороны, смотрите. И что касается горловины, вот сейчас еще у меня, по-моему, 2 ряда. Ну, в общем, вяжу до вот этой вот точки. Вот. И там, в этой точке, что я делаю? Я продублирую горловину с передней деталью. То есть я закрою 11 петель. И далее, как у меня там было, 4, 3, 2. И 2 раза по 1, а я сделаю 2 раза по 2. Это скос, и здесь 21 петля. Здесь по центру 11, здесь скос тоже 4, 3, 2, 2. Здесь 21 петля, и здесь одновременно, вот я неправильно нарисовала, вот вы закроете среднюю часть, и одновременно скос по 4 петли делаем. Вот, если в передней детали сначала мы сделали вырез, провязали, потом скос, то здесь у нас все одновременно, и все, и закроем петли. Вот закрыла я спиночку, вырез. Вот он, моя передняя деталь, если сложить лицевыми сторонами вовнутрь. Сейчас я сошью плечики. Я не показываю, девчонки, потому что черное, ничего не видно. Я думаю, тут ничего нового я для вас не сообщу. Сшиваю плечи и набираю по кругу петли для горловины. Так, вот я набрала, девчонки, 106 петель. Набрала сначала на круговые спицы. Потом власть меняется, как обычно, пересняла на вот эти вот, на носочные. У меня всего 106 петель. И я вот один ряд провязала изнаночными петлями. Далее перехожу на резинку 1 на 1. Что хочу сказать. В оригинале там основа темного цвета, но у меня очень мало осталось ниточек. Поэтому, ну, черных. Белых больше, поэтому я за основу беру белый, а добавлять буду черный. Ну и потом вам скажу, сколько, каких рядов я провязала. Так, девчонки, смотрите, что я сделала, сколько я провязала. Я все-таки решила, хотела одинарную, потом решила двойную горловину. Я сейчас подощу, но это не обязательно. Вот я написала, как я провязала, первый ряд у меня изнаночный, потом 3 ряда белой нитью, 1 черная, 1 белая, 1 черная, 1 белая, 1 черная, и далее 12 рядов белой нитью. Но это не, как бы, не шаблон. Сейчас я
обрезаю нить, и я подошью, ну, чтобы была двойная. Конечно же, я же говорю, изначально я собиралась делать одинарную горловинку. Сюда я буду вот эти вот все концы продевать. И еще что, вот это вот как бы край, там где набирались петли, подшивать буду сюда, там где в ту петлю, которую я набирала, чтобы все было красиво. То есть прячу вот этот вот краешек. Так, вот она, отсюда начинаем. Смотрите тоже, чтобы не перекосило, если будете делать так, как я. Если одинарную, то там не 12 рядов, а ряда 4, может быть, провяжите, чтобы, и закройте иглой, либо, ну, как вам удобно. Так, это у нас туда пойдет туда. Ну, в общем, следите, перекосы за перекосами, если подшиваете, и продеваете все ниточки туда. Вовнутрь, и получится у меня двойная горловинка. Вот, подшиваю я. Смотрите, вот такая вот у меня получится. Так, девчонки, показываю вам. Протянула все ниточки. Очень удобно, кстати, думала, что вот большое множество узлов как-то повлияет на эстетический вид изнанки. Вот посмотрите, вот благодаря этому узору, вот у меня затянута нить, все насколько классно затягиваются все ниточки, получается все очень красиво. Кто, конечно, хочет их висящими, все вытаскиваем на лицевую сторону и оставляем висящими. Я этого не хочу, поэтому вот смотрите, я разутюжила, убрала все. И сейчас буду сшивать. То же самое я сделала. О, Господи, маски даже в камере, представляете? До чего мы дошли. Вот моя горловинка, смотрите, я ее тоже подутюжила. Вот так вот она выглядит, плечики, изнанку показываю. Все, все продела, все замаскировала. Так, теперь первым делом я пришиваю рукава. Я все делаю, как бы швы у меня будут спрятаны. Поэтому сначала я фиксирую, складываю лицевыми сторонами вовнутрь. Вот мой центр, я его фиксирую на шов. Так, и тут смотрите, какой нитью сшивать. Я буду сшивать здесь, наверное, буду менять. Вот кусочек сошью белой, вот здесь вот. А далее пойдет черная. Вот смотрите, рукав сидит, все, пройма наша сидит. Методом научного тыка, упрощенным моим методом, все сидит прекрасно. Так вот, булавочками я все подколю, подготовлю и сошью. Клетка тоже, смотрите, у нас стыкуется, совпадает, все у нас хорошо. Я надеюсь, у вас тоже без проблем. Отпишитесь, девчонки, кто вязал, как у вас все прошло. Вот. И то же самое эту сторону. Я рада. И здесь клетка у меня совпадает. Так что все у нас красиво. Не хуже, чем у Ред Валентина. Согласитесь. Вот, напишите мне. Мы же умнички. Мы молодцы. Так. Так, так. Так, так. Все, и пришиваю я рукавчик. Вот я ее прибулавила, пришиваю.
кто на наружу швы, то тот на наружу. Ну, я не думаю, что такие найдутся. Вот я больше чем уверена, что все спрячут швы точно так же, как и я. Чтобы было аккуратненько. Вот, ну, смотрите, клеточка у нас совпала. Все у нас прекрасно. Все красиво получается. Пришиваю я рукав. Так, девчонки, манекенчик, пожалуйста, представление, модельки. Шейка куда-то потянулась не туда. Фотографии на мне. Нравится, нравится. Мне очень нравится то, что у меня получилось. Девчонки, я думаю, это победа. Так что вяжите, не пожалеете. Стоит поиграться, чтобы потом иметь вот такую вот эффектную вещь. Класс. Класс, мне нравится. Напишите вы, получилось у меня или не получилось. Я довольна. Может, я сильно самоуверена, но я довольна, девчонки. Все. Показала вам с разных сторон. Несложные расчеты, и все село, в принципе, нормально. Единственное, что я хочу сказать, оригинал чуть поуже, но так, в моем случае так было задумано. То есть я в облипку не хотела, а вот такой вот, потому что он не мне. Вот. Такая вот кляся тень. Кляся тень. Все, девчоночки, на сегодня все. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока. Вяжите, присылайте мне в Инстаграм обязательно фотографии. Всеми фотографиями я делюсь в сторис вашими, со ссылочками на ваши аккаунты. Вот. Делитесь. Мне очень интересно, кто вяжет и какой результат у вас. Все, девчоночки, еще раз прощаюсь. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока.